Приветствую вас, друзья. Это я для нашей уважаемой Валентины Эдуардовны Киселевой нарисовал. А потому что она и ароматные такие делает вещи, и очень интересные. А, и вы ее все знаете. И мы с ней проводили несколько вебинаров, и вам было очень интересно. Я поэтому вас приглашаю посетить наш новый вебинар. Про баланс. Как поддерживать в себе баланс ума, эмоций, организма, чтобы все было в гармонии, когда у вас какой-то стресс, чтобы вы быстро могли выходить на хорошее состояние и даже использовать эту энергию стресса в желаемом для себя направлении. А я там подскажу, там будет Валентина Эдуардовна Киселева со своей частью, и я со своей частью. И вместе мы гармонию создадим такую, от которой вы будете просто здоровее, счастливее и умелее использовать энергию лишнего напряжения себе на пользу для здоровья и творчества. До встречи, друзья! А картину я жду скоро. Подъедет сюда, подъедет, и мы с ней, может быть, удастся, сделаем видео, и вы посмотрите. А сейчас записывайтесь на наш полезный вебинар, и мы с Валентиной Эдуардовной Киселевой ждем вас. До встречи!